в каком-то таком стрессе. Ну, можно придумать какое-то и слово потяжелее. Українською мовою переляк. Вот просто страх напал на людей, и они не понимают, что делать. И мы знаем, что в любой ситуации, мы верим так, мы об этом проповедуем, мы поем об этом и посреди недели, и в воскресенье, мы поем, что Христос есть наша скала. Он нас держит. Мы сейчас об этом споем. Если грех меня страшит, держит Бог меня. Если грех меня страшит, держит он меня. Вера в Бога победит, держит он меня. Чтобы мне не потерять вечного огня, должен он держать меня, держит он меня. Держит он меня, держит он меня, охраняя и любя. Держит он меня. В крепких любящих руках держит он меня. Дорог я в его глазах, держит он меня. Он не даст погибнуть мне, сохранит во мне обещания храня. Держит он меня. Держит он меня, держит он меня, охраняя и любя. Держит он меня. За меня страдал Христос. Держит он меня, наказание понес, держит он меня. Я воскресну к жизни с ним, держит он меня, знаю, буду им храним до благого дня. Держит он меня.